бэттери. То есть там просто сумасшедшее валило. Это он к чему, как бы, собственно говоря, ведется? Потому что нет никакого таланта. Потому что все хотят верить и говорить, типа, там, ну, ты талантливый парень, знаете, он там, как бы, да. То есть нет никакого таланта, есть только... И много видосов всяких, знаете, каналы, типа, там, ЧД, Дагоныч и так далее. Тоже они все про это снимают. И что действительно не существует понятия, как бы, талант. То есть просто надо собраться и, как бы, собственно говоря, отдаться вот этому делу. Вот, допустим, наваливают бэттери, да. И настолько он весь на релаксе, прям вся техника вот вообще все как бы посажено, все просто вот так вот. Фаршлаги убойные, да. Там у него куча видосов, где он там и одной рукой играет, и так, то есть все, короче, просто валило. Поэтому, да, нет никаких талантов, ничего, просто нужно, опять же, проблема в чем, то есть, понятно, что он сидел 12 часов там с барабанами, и Хэмми сидел 12 часов за гитарой, но просто вопрос в том, как они сидели, то есть он отрабатывал медленно, какой-нибудь по одному удару, а Хэмми пытался какой-нибудь там, грубо говоря, все, и такие, как бы, так можно и 12 лет просидеть, и 12 тысяч лет, сколько хочешь, и никогда ничего с места не сдвинется, никогда.